Итак, приветствую всех, кто смотрит. Продолжаем Gold Rush день за днем на харде. Сезон 6, день 7, 4 дня до лета. Продолжаем рыть. Роем мы уже край участка. Вот здесь что-то осталось. За сегодня, наверное, выберем. До стены еще вряд ли, но... потихоньку скопаем. Рыть опять же буду за кадром. Увидимся позже. Итак, время уже 20:25 почти. Заканчиваем эту копку. Не очень получается копать, когда начинает глючить. Промприбор шуршит. Двойная промывка есть. Это уже на третью. Пошел набор. Процентов 35 накидаем. И можно выключать. Здесь уже сложный рельеф пошел. До стенки около квадрата осталось. И последний ковш на сегодня. Достаточно. Включаем промывку. Так, заправить надо. Генераторы на лампочке. Так, 45%. Надо бы докупить топливо. Дайте промывку. Тут 36%. 49,50. Уж половина третьей. Так, заводим. Отсадочные машины по традиции уже идут первыми. Два комплекта. Продавать, разумеется, не поедем. Продадим слиток. У нас там в загашнике есть парочка. Кстати, надо глянуть. Почем нынче золото? Чувак еще должен был прокачаться. Экскаваторщик. Да. Могем. 20 тысяч. Пойдет. Денег у нас осталось. 21 тысяча. Продаем. Золото пошло вверх. 1284. Можем продать. Продадим маленький. Это нас обеспечит деньгами еще на какое-то время. Так, чуваки все теперь третьего уровня. Даже вечно бухающий экскаваторщик. Зарплата будет им немного повыше.
сейчас пойдет уже шлак. Остатки жилы копаем. Так, давай не лагай. Смешивать не будем. Ведро за ведром. Так оно надежнее будет. Да, не везде одинаково. 2.11. До этого 3 с чем-то было. Частично уже шлак пошел. Здесь 3,5, 3,56. А в том 2,11. Коврики. Три 57 даже. Тоже большие коврики, полное ведро. А тут маленькие. Мелких 4 комплекта. $24.66. И тут пара ведер. Последнее ведро. Да, цифры тоже разные будут. 13,5. 54 в ведре.
8 и 16. Да, вторая копка была шлак. По большей части. Ну что ж, есть. Продолжим. Время еще есть. Копнуть до полуночи. Так, вот этот шлак. Тоже надо выбирать. Да, рельеф тут сложноватый. Ну, пошел угол участка. Затем повернем на 90 градусов влево. На 4 клетки срываем. И развернемся обратно, в обратную сторону. Либо просто угоню экскаватор туда. В начало этого прохода. И пойдем точно так же, только уже по соседнему ряду. Выгребаем все. Механику все-таки удается немного подшаманить экскаватор. Просаивает он недолго. Вычистим. Рельеф не помеха. Так, что не закрывается? Крышка закрыться не может на максимуме. Так, обрабатываем этот сложный рельеф.
пошустрее пошел. Видимо, экскаваторщик вернулся. Ну, то, что просыпалось, оно ниже земли не упадет. И там не пробито насквозь. Это все равно нужно выбирать. Сейчас, хоть потом. Если выбрать сейчас, то потом пойдет быстрее. 96. Достаточно. Поехали. Не обязательно полный, все равно довезем. И полчаса еще осталось. Да, ездим задом. Передом был быстрее, но там разворачиваться не очень удобно. Потом экскаватор поставлю сюда. И пойду эти 4 квадрата параллельным курсом. Как раз основная жила. Так. Да, вот здесь как раз пойдет основная жила. Пойдем вот эти 4 квадрата. Сразу. То есть экскаватор по ширине берет 4 квадрата. Поставим его сюда, между ними. И тут еще останется немножко порыть. Плюс здесь запас. Там, где еще не исследовали. Двадцать три сорок. Продолжаем. Пошустрее стрелой стал вертеть. Экскаваторщик то есть, то у него нет. Чисто. Ну, почти. Двадцать три пятьдесят семь. Последний ковшик, наверное. И день окончен. Двадцать сто девяносто три зарплата. 944 куба переработано. Почти 945. 84 унции заработали. 29. Почти с половиной аренда. Да, аренда кусается.
Ну ладно. Итого у нас 143 тысячи. Золото 137 унций. Магнетита 6300. Ну, еще там в ведре что-то есть. Ну ладно, а на этом пока закончим. Всего хорошего, всем пока.